педагогическому образованию в Уссурийске быть. Сегодня его дает ВГУЭС, который под свое крыло взял пединститут. Сегодня здесь проходит День открытых дверей. Проект «Все профессии важны» пришел в гости, чтобы вам рассказать, где могут учиться ваши дети. В одном из корпусов непривычно многолюдно. Несколько раз в году здесь устраивают встречи с абитуриентами. Весенние сборы наиболее информативны, ведь это время, когда сегодняшние школьники определяются с будущей профессией. И вовремя полученный совет от специалиста может направить в нужное русло. Я хочу на дошкольное образование воспитателя. Ну, я детей маленьких люблю, поэтому вот хочу. Что-то интересное узнала вот на лекции или сейчас у тебя предстоит мастер-класс? Сейчас пойду, да, вот, разбираться, что и как. Многие годы педагогов обучали в УГПИ, который позже стал школой педагогики, а потом и вовсе оказался под угрозой закрытия. Перспективы в развитии учительства усмотрел в ГУЭС. Коллектив освоил новые программы, пересмотрел систему получения знаний. И самое главное в нашем городе – сохранена база для взращивания педагогов. Мы развиваем педагогическое образование не только в городе Уссурийске, но и в самом головном вузе во Владивостоке. В городе Уссурийске мы будем возрождать педагогический институт с его традициями, но внедряя современные подходы в подготовку специалистов, подготовку будущих учителей. В день открытых дверей каждый желающий смог попробовать себя в роли педагога и поучаствовать в мастер-классах, а также уточнить волнующие аспекты. Кстати, здесь есть возможность поступления после 9 класса на среднее специальное образование с перспективой получения высшего. И впервые после длительного перерыва в ПЕД будут набирать воспитателей, учителей начальных классов физкультуры и английского. Привезла внучку, потому что сама здесь училась. В 92-м году закончила, работаю в школе. Вот, а внучка очень любит маленьких детей, как она сказала, да, и хочет дошкольное образование. Вот, больше мы нигде не нашли, только здесь. Будем пробовать. В добрый путь хочется дать напутствие будущим абитуриентам. ВГУЭС предлагает также специальности по подготовке профессионалов в области парикмахерского дела, пошива одежды и по многим другим направлениям. Этот корпус находится на улице Володарского. Ольга Муравьева, Игорь Антонов, Телемикс.